И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить хачапури по-имеретински. Ну, так как сейчас мы все с вами находимся на самоизоляции, лишний раз жилье покидать не стоит, поэтому будем готовить мы его из того, что есть дома. Итак, что нам для этого потребуется? Мука, сода, сливочное масло, яйца, а также в оригинале, конечно, нам нужен мацони, это кисломолочный продукт такой, но так как дома, само собой, он есть, наверное, у единиц, его можно заменить кефиром. И также из названия понятно, что раз имеретинский хачапури нам нужен, соответственно, имеретинский сыр, тоже дома он может быть разве у кого-то, разве что только у кого-то в Грузии. Поэтому попробуем заменить его тем, что я нашел на данный момент у себя в холодильнике. Это сыр сулугуни и соленая брынза. Приступим к приготовлению. Для начала мы растопим сливочное масло. Растопим мы его с помощью микроволновки. Это все делается очень быстро, очень просто. В данный момент, конечно, еще вкуснее было бы иметь топленое масло, но сливочное масло тоже, на мой взгляд, ничуть не хуже. Убираем сливочное масло в микроволновку. Тесто для хачапури делается бездрожжевым. Поэтому нам понадобится добавить в муку соду и хорошенько перемешать. Некоторые сразу гасят соду. Гасить ее можно в данной ситуации либо винным уксусом, либо соком лимона. Мука подготовлена. Теперь берем миску. Итак, выливаем в данной ситуации кефир. В оригинале, конечно же, повторюсь, мацони, который, в принципе, сейчас продается, наверное, в любом супермаркете нашей страны. Масло. Вбиваем яйцо. И с помощью вилки или венчика все это делаем такой однородной массой. Тесто на хачапури не солится, так как добавляется соленый сыр. В данной ситуации у меня это соленая, именно соленая брынза будет в смеси с сулугуни. В оригинале на имеретинских, повторюсь, это, конечно же, имеретинский сыр. Можно также попробовать адыгейский. Я тоже думаю, будет прекрасно. Но просто я с ним еще не пробовал, поэтому не могу сказать. Если же у вас нет соленого сыра, ну, можете посолить тесто. Либо если у вас есть брынза, но она не соленая, или адыгейский, но он не соленый, его можно выдержать, к примеру, ночь в соленой воде. Теперь будем по чуть-чуть всыпать муку и размешивать. В данной ситуации с мукой тоже очень важно не переборщить, чтобы не получить очень тугое тесто. Тесто, оно должно оставаться таким слегка липнущим. Дальше нам уже придется замешивать рукой. Ну вот, я думаю, может даже уже и достаточно. То есть оно еще липнет к рукам. Если вы обратите внимание, оно еще такое липкое. Теперь нам надо тесту дать отдохнуть минут 20. Для этого я немножко растительным маслом смажу разделочную доску. Ну, это просто, чтобы тесто не прилипло к доске, как вы понимаете. Возьму тесто. Соберу его в такой небольшой шарик. Положу на доску. И накрою пищевой пленкой. Ну, я сделаю вот так. Вы сделаете так, как вы делаете это обычно. И дать ему постоять около 15-20 минут. Пока доходит тесто, приступим к приготовлению начинки. Брынзу я разомну вилкой. Смотрите, что начинки должно быть по объему столько же, сколько и тесто. Сулугуни я натру на сырной терке. Два вида сыра я смешал. Вобью сюда еще одно яйцо. И теперь-то надо все хорошо смешать. Ну, это не очень удобно, конечно, делать, если честно, но ничего страшного. В принципе, начинка готова. Ждем еще немножко, пока дойдет тесто, и начнем формировать хачапури. Прошло 20 минут, тесто дошло. Слегка смажем также растительным маслом доску, на которой будем заниматься тестом. Берем тесто получившееся.
разделю его пополам и будем разминать его руками. Примерно можно скалкой, можно руками, кто как. Я чаще делаю руками. Хотя руками, если честно, получается не очень ровно, но мне почему-то проще руками. Примерно толщину 0,5 сантиметра. Теперь выкладываем начинки в центр лепехи получившейся. И вот так сворачиваем кверху. Здесь защипываем все края, формируя такой как колобок. И теперь делаем плюшку под размер сковородки, на которой мы будем готовить. Готовить можно двумя вариантами. Либо обжаривать на сухой сковородке, ну желательно, конечно, чугунной, но у меня для таких целей, если обжаривать на сковородке, у самого нет чугунной. Либо делать в духовке. Тут опять-таки подойдет либо чугунная сковорода, либо традиционная грузинская сковорода из глины кицы, которой тоже, конечно, нет. У меня есть вот такая чугунная порционная сковорода, ну, в которой я и сделаю в духовке в данный момент именно этот хачапур. Я на нее буквально капелюшечку масла капну и размажу по всей сковородке. Так как это чугун, по размеру этой сковородки я сделаю этот хачапур. Ну вот примерно что-то у нас уже нарисовалось. Теперь переложим эту лепешечку на сковородочку. И я немножечко вот так по сковородочке еще ее расплющу. Смотрю, тут у меня немножко порвалось. Даже видно сыр. Я даже не буду придавать этому значения. Оставлю так, как есть. Вот один будущий хачапур готов к запеканию. Теперь его сверху, для того, чтобы он подрумянился, смажу сболтанным яйцом. И уберу в разогретый духовой шкаф, который предварительно разогрет до 200 градусов, примерно на 20-25 минут. Ну, уже будем смотреть по готовности. Духовка разогрелась, и, в принципе, я убираю хачапур в духовку. Ну вот и все. Хачапури по-эмеретински полностью готово. Приготовили мы его в условиях самоизоляции, абсолютно не покидая дома. Попробуйте таким образом разнообразить свое меню и тем самым скоротать время. На этом все, дорогие друзья. Мой канал Макси Кухня прощается с вами. Подписывайтесь на меня в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!